Традиционно комментарий по ходу встреч. Играла команда хорошо, перекрывали все зоны. Мы знали, что Уфа просто играет вперед длинными передачами, и у них подбирает второй мяч. Они все голы практически забили стандартов, что обратили внимание. Практически ничего им не создали, никаких моментов. Второй тайм в конце, была у них там передача с флангу, вот один который момент пробили с головой, здорово сыграл наш вратарь. А так, в принципе, ребята здорово играли и выходили с обороны в атаку, и имели хорошие моменты, не получилось завершить. А в принципе, ребята молодцы и хорошо сыграли.